Добро пожаловать на канал HardReset Info. Это телефон LG K11. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне войти в безопасный режим. Для начала нужно зажать сзади кнопку и удерживать ее. После чего появится вот такое вот менюшка. Для того, чтобы войти в режим безопасности, нажимаем и удерживаем кнопку выключения. То есть нажимаем и держим. Вот. У нас появляется безопасный режим, и мы сразу можем прочесть, что этот режим делает. При включении безопасного режима телефон перезагрузится, и во время устранения проблем некоторые приложения будут недоступны. После повторной перезагрузки телефона безопасный режим будет выключен, и все приложения снова будут доступны. Нажимаем «Включить» и ждем, пока телефон перезагрузится уже в безопасном режиме. Отлично, мы перешли в безопасный режим. Давайте сделаем так. Об этом свидетельствует надпись «Безопасный режим», которая везде, видите? Вот эта надпись просто везде, в любом приложении, в любой фотографии. То есть все приложения, которые вы скачивали, они не работают. Также приложения, которые не являются стандартными, они просто не включаются. Вот, допустим, тоже приложение Google, либо же приложение Facebook, как мы видим, да? Вот оно серое, мы в него не можем зайти. Скачанное приложение отключено в безопасном режиме. Ну вот, в принципе, и все. То есть это все, что вам нужно знать о режиме безопасности, о безопасном режиме на телефоне LG K11. Чтобы из него выйти, опять-таки нажимаем, удерживаем кнопку сзади. Нажимаем выключение и перезагрузка, и перезапуск. Теперь ждем, и телефон загружается опять в нормальном режиме. Ну вот и все, мы опять вошли в нормальный режим. Давайте для того, чтобы убедиться, покажу вам, что все приложения работают опять. Вот, Google появился, погода, время появилось. Facebook можем зайти. Ну, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Ну, напишите вы что-то в комментариях, ну, хоть что-либо. До свидания.